Пришел мой заказ из Китая. Значит, пришла коробка. Тут машина большая. И вот это, здесь аккумуляторы, я так понимаю. По ссылке скутер на электрической тяге. Давай вскрытие, белое, Лёха. Так, одно колесо здесь. Это 0,7 кубов. Так, вот это что-то. Где-то здесь должны быть документы. Наверное, в бардачке. Ага, довольно-таки тяжелые. 5 даже. Считать не умею. Какие 5 аккумуляторов? Столкнулись с очень сложной задачей. Не можем открыть бардачок. Ну, то есть, багажник под сидушки. Пришлось открутить его спереди на шарнир. Не открывается багажник. На сигнализации есть кнопка открытия багажника, но она не срабатывает. И мы до сих пор не запустили коляски у нас. Не ожила. Иероглифов. Чехол. Так, сидушку открутил, подлез рукой. Гаечным ключом открутил вот эти штуки, естественно, откручивал минут 20, но тем не менее потихонечку открутил. Непонятна мне конструкция замка в том плане, что где механизм, который отщелкивает его, то есть виден тросик там, но не видно, куда он выходит. Так, аккумуляторы подсоединил на первый этаж и 3 на верхний этаж. Сейчас происходит зарядка с помощью вот этого устройства. Она показывает, одна лампочка зеленая, одна красная, через переходник китайский штекер, потому что батареи в принципе заряженные. Так, может, он на сигналке стоит. Сняли. Так, ставим, поставили на сигналку. Сняли сигналки, что-то не то. Нашел 2 проводка отсоединенные здесь вот у нас. Я думаю, за них не могу завести. Сейчас буду пробовать. Это что за кнопочка? Не понятно. Какая кнопочка? Я не знаю, а это что открывает? Езжай, Серега, пока тебя снимаю. Держи. Тишина. Тихо. Без шума. Да, проехал. Ладно. Без шума. А нейтралки нету? У него зажигание поворачивает и выключает. Ну что, загоняем? Все, снесем, пошел. Да, да, да. Ну, все, а заряжается-то как он? А его права-то нужны? Как электробритва. А? Ну да. Да?
Дядя Сережа поехал. Как у него увеличение-то идет? Это тихо едет, как электрокар. Ну, это электрокар. Он и есть. Но. Я так, смотрю, он тронул. Беззвучный. Но. Так сзади подпередет, не увидит. Ну я думал, он пошустрее будет. А что, ну полтинник идет? А куда больше? Надо на машине проверять, он может врет. Ты думаешь? Вполне может быть. Да фиг его знает. Ну я что-то мое ощущение, что полтинник. Нет, полтинник больше, я же на них-то гонял много. Я как-то такой сразу раз резко такой. Вообще. Прям весь это. Шоколадный. То есть у него все этим, да, у него все это идет в комплекте. Надо днем снимать, чтобы. Да нет, оно и так у него ничего. Поворотники включи. Аварийка у него нет, интересно. Включи поворотник, чтобы можно было посмотреть, как он снимает. У меня дальний есть? Да, у меня ближний, дальний. Ну, я вот смотрел, у других какие, они еще заводятся, короче, звук создают. Ну, электрический, короче, просто пищалка. А это вообще ничего даже это. А вот эту кнопочку мы не разобрали, что за кнопочка. Какая? Вот на, возле газа. А может она и есть? Ну, я вот тыркал, ты же видел. Ну, она может и есть? Ну, что-то пока не срабатывает. Снимал вообще или не снимал? Не здесь. Здесь ничего не трогаешь. Вот тоже на основе, вот. Ну, обтыкаешь и все. 220. И сколько он заряжает? 6 часов, он говорил. Сколько заряд там на батарее? Почему он не заводит? Должен. В смысле, имитация? Ну, ты когда поедешь, ты нажмешь. Да нажимал я. Нет. Здорово. Надо задний колеса подтянуть тормоз. Че? Задний тормоз подтянуть. Подтянуть надо? Вьюз не берет. Какой-нибудь счет. Ну конечно. Надо немножко масла. Потому что потом на меня же скажет. Я ему покрышку стер. Нет, техники ничего. Не заводится. А у него нет этого положения туда еще? Ну, чинушки тут открывает. А ты думаешь, он дорог? У него есть имитация? Ну, у этого не знаю. Я вот, который смотрел в это. Разгонилось. Иди, смотри, Серег, снимай. 61 километр. Ну, я 52 разгонялся. Просто некуда разгоняться. Не, ну, по динамике. Кстати, когда едешь, этот, батарейка падает. Зарядка. А. Ну сейчас сутка. Нет, когда едешь. Да, да, она это самое подседает. Да их реально подседает наполовину. Да? Ну она ж сутку потом дает опять. Вот она, скажем, вторая 51. А здесь типа 61. Ну да, первую разгони. При нагрузке я до 30 только езжал. 38. Ну значит, ты при нагрузке, да. Он идет. А смотри, батарейка не падает сейчас, да? Ну, нагрузки, нагрузки нет, наверное, вот и все. У меня полоску ход. 60-61. Вот это мотор новый. Колесо. Мотор-колесо.
он, у него номер получать надо? Нет. А где его регистрировать, скажите? Во, я же про это знаю. Он велосипед. Но он до 4 киловатт, 500 ваттный. Это 500 ваттник? Ну, да, ну я так полагаю, что 500 ватт. Ну да, здесь. Потом торможение уже. Ладно, тут 56. 56? Ну а что этого? Нормально вообще. Все нормально. Для города вообще нормально. Возьмешь и подкинешь на небо звезду, такую большую, как я захочу.